Всем привет, и с вами Эрчи, и сейчас я расскажу вам в одном маленьком, несложном, но интересном квесте, который некоторых игроков все-таки иногда ставит в затруднительное положение. Итак, как вы уже, наверное, догадались, это квест про безголового Ника, про чувачка, который не только умер ужасной смертью, но и еще будучи призраком, остался без головы. Собственно, эту голову нам нужно и найти. Для этого мы отправляемся в самый центр Сайсила, на ярмарочную площадь, где иллюзионист нагло эксплуатирует оторванную голову и зарабатывает на ней деньги. Собственно, эту голову нам и нужно в него каким-то образом увести, или просто украсть, или, как это сделал, например, я, оставить ее в гордом одиночестве, переманив всех ее зрителей к другому, так сказать, лицедею. Не менее, а может быть и более интересному. Итак, отправляемся на площадь, где и видим в одиночестве совершенно бедную головушку. Да, выглядит, конечно, она не особо хорошо, но что поделать, какая есть. Какие-то странные тормоза. Итак, подбегаем к ней, поскольку никого нет, мы сможем спокойно с ней поговорить и забрать ее к себе в рюкзак. Персонажами своими спорить я не буду. У нас тут полное единодушие. Собственно, все. Осталось только вернуться в Черную бухту и вернуть черепушку, обтянутую кожей, своему законному владельцу. Точнее, дочери законного владельца. Так, нам придется опять пробежать всю Черную бухту до самого конца. По пути можно насладиться пейзажами. Все-таки графика в этой игре очень даже симпатичненькая, как по мне. Но сразу скажу, точнее даже немножко проспойлерю, что никакого более-менее куша или весомой награды за этот квест вы не получите. Если вы прокачались даже немножко за 6 уровень, то вряд ли награда вам понравится или вообще пригодится. Так что от этого квеста вы получите только маленькую горстку опыта и чувство собственного удовлетворения от того, что вы вернули оторванную головешку хозяину. Так, где наши призраки? На месте, как всегда. Ну что, торжественный момент. Вручение и передачи головы. Ну, дорогуша, принимай. Да, вот, жалкие 2100 опыта. И... ну, давайте, улетайте, улетайте уже там в свой рай или куда вы там собираетесь. А нам еще достается вот такой бесполезный абсолютно сундучок 5 уровня. С довольно-таки бесполезными для моего левела вещами. Тоже 5 или 6 уровня. Ну, собственно, на этом все. Мы прошли квест и вычеркнули еще одну строчку из своего журнала. А это, наверное, главное. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. Пока!